друзья мои, я в Бруклине, и вот такая красота, такая курочка, как будто она из сказки. Вот настоящая пеструшка. Смотрит, что ей от меня надо. Это удивительно, конечно. Не тебе забор, она вот туда может выйти. Вообще не понимаю, что она здесь делает. Вот там вот можно выйти запросто, она уйдет. Будет гулять, что ли, здесь? По этому райончику. Ну вообще, ну чудеса. Чья курочка? Курочка ряба. Вот тебе Нью-Йорк. Ну там вот, когда я выхожу из школы, там у нас много всяких курицы, петушки. Там они такие какие-то общипанные и какие-то несчастные. Где-то там ходят на задворках. И, ну, как бы там ожидается, там кто-то содержит их. А вот здесь я не понимаю, вот такой хороший благополучный домик, красивенький, уже к Крисмасу готовится. И вдруг такая курочка ходит. Чья она? Такая пухленькая, упитанная. Вообще, город контрастов, город... Ой, сегодня 28 ноября, между прочим, и очень тепло на улице. Утром было прохладно, градуса 3, а сейчас, наверное, градусов 10. Вот она вполне может так выйти, и там она может выйти и уйти от своих хозяев. Я не знаю, кто ее тут содержит. Вообще, идешь иногда, встанешь, и куча вопросов, и нет ответа. Вот такая ситуация. Вот, гуляет себе. Может быть, она вообще никуда не уходит. Может, она здесь живет, вот на этом лугу. Толстенькая такая. Так, показала, Васик, краси себе. Ну, явно ухоженная курочка. Там вот, да, еще что-то говорит еще. Ну, прям поразительно. Повторюсь, вот там у нас есть курицы. Куры, куры, наверное, не курица, а куры. И петушки, но они такие все какие-то маленькие, дохленькие. Тоже ходят сами по себе среди машин. Ну, тут как бы вот, я не понимаю, вот эти люди, они разводят, ну, как они от нее... От нее яйца получают, наверное. Да. Делом занята. Ну ладно. Все, вот такое коротенькое видео. У меня обеденный перерыв, и я опять гуляю. Наслаждаюсь жизнью. Солнышком. Все, всем пока. Вторая серия сегодня. Оказывается, она убежала, эта курица. И она 2 дня здесь паслась. Все ее тут видели. 2 дня она тут паслась. И оказывается, она просто убежала. Потому что ее какой-то шум напугал, и она улетела. Она может летать. Я поздно включила, потому что она так тут бегала, и он ее пытался поймать. Это хозяин. Добрая женщина. А собачка вот там лаяла вся такая. Grazie, prima. Salì. Теперь он фотографирует. Теперь он еще фотографирует, пытается запечатлеть момент, когда он поймал свою курочку. Два дня она тут спокойненько паслась. Вот. И он ее искал. Вот женщина дала ему
одеялка. Амон, макуэ, амон. Собачка, в общем, полный пакет. Эли, анахну, ата... Собачка, ребенок. Анахну литфос, анахну акшав, we chicken hunting. Табана... Пельтахута. Табана, асе шиш, шиш кабаб, асе. Ани акшав алех... אני הולך לשים... פוניקה מצחוק, הוא אומר, מה לא גדלת בראש עכשיו? אני הולך לשים אותו על הברביקיו, אתה בא? אה, אתה מיה, סבאצ'קה. סבאצ'קה. סבאצ'קה, מיה. יאה, נשאי, וואלה, אומרת לי, בא לצ'יקן. הלכתי להביא לצ'יקן, אחי. אמר לי, תביא לי, אמר לי, תביא לי עוף טרי בגריל. Все, только ребеночек спокойный. Собачка лаяла, курица кудахтала, пыталась улететь. А вот эта женщина случайная прохожая, и я мимо прохожу. И я случайно засняла эту сцену, когда он ее ловит. Теперь он кому-то звонит и делится событием, что он поймал свою курицу. Он другим говорит, прохожим, в общем, событие на весь нейборхуд. Говорят на еврейском. Бедная курица. Дай ты ее поглажу сейчас. Эхо нитфос. И ты вра. Аарон, шалахат леха видео, эх ша адив тафас это чикен. Да, זה אתה עושה, אני לא עושה. טוב, יאללה. תגיד שלום לקוקו. אתה רוצה נביא אותה למוסך? נביא אותה למוסך? Говорит это на Ютьюбе, ты будешь теперь на Ютьюбе. Ну, как в воду глядит этот человек, с которым он разговаривает. Ну все, вот такое вот. Теперь соединю те два видео, мое вчерашнее и сегодняшнее. Так что я, конечно, была удивлена, что он так здесь гуляет, но, видимо, она вот именно что... Он сказал мне, я подошла, говорю, это ваша? Она говорит, он говорит, да. Я, говорит, ее два дня ищу, вот наконец нашел. Ну, вот так вот. Все хорошо, что хорошо кончается. Как это называется? Гельштадт. А то мне вчера был вопрос. Вот, прошел день, и я на него получила ответ. Почему такая красивая курочка гуляет? Они какие-то газоны там стригли. Кстати, сегодня 29 ноября, такая теплынь у нас, ну, градусов 20 на солнышке. Ну вот, и, короче, он говорит, что газоны стригли и напугали. И она улетела, она может летать у них почему-то. И напугали. В общем, вот так вот. Ну все, всем пока.